День рождения – это праздник, который любят не только дети, но и взрослые. В этот день каждый находится в центре внимания, чувствует себя исключительным и всеми любимым. В Одинцовском районе большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями. Именно поэтому Рустаму Янышеву театр Натальи Бондаревой подарил настоящий сказочный праздник, на котором собрались близкие и друзья Рустама. И сегодня к нам придут особенные дети. Мы для них подготовили сказку, интерактивные всякие разные загадки, подарки, самый настоящий творческий паспорт. Потому что сегодня виновник нашего торжества, ему исполняется 14 лет, и он становится такой самой настоящей творческой птицей. Вместе с клоуном Клёпой дети и их родители отправились в сказку, где каждый персонаж с удовольствием поздравлял Рустама с днем его рождения. Клёпа рассказал зрителям о театре, что это такое и где он зародился, ну и какой же праздник без сюрпризов. Именинник получил волшебный торт, приготовленный сказочным поваром, и паспорт творческого совершеннолетия. Низко кланяюсь тем людям, которые вот такой вот совершают подвиг. Для нас это подвиг, что дают помещение, делают праздник для таких детей. А нам это очень нужно, потому что мы сближаемся все вместе, мы становимся одной командой, мы становимся одним миром, что можем вот эту вот красоту увидеть. По словам родителей, такие мероприятия помогают особенным детям чувствовать себя свободно. Ведь ребенок должен знать, что его любят, а главное, принимают таким, какой он есть. А в этом театре к таким ребятам отношение особое. Кроме театрализованного представления, у детей есть уникальная возможность познакомиться поближе с актерами и прикоснуться к части их творческой жизни. Рустам и его мама остались довольны и пообещали, что еще не раз придут в театр Натальи Бондаревой. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».